Пикет у здания администрации Ивановского района в пятницу коммунистам не разрешили. Напомним, что жители деревни Калиново против строительства автосалона на месте футбольного поля. Глаз народа чиновники упорно не хотят слышать. Не помогли ни общественные слушания, ни протестная акция. Глава района Сергей Жубаркин СМИ ситуацию комментировать не торопится. Единственное, что стало известно, эту землю по строительству еще в 2008 году выделил бывший глава администрации. Всеобщее молчание по поводу стройки в Калиново нарушило одно из ивановских интернет-изданий. Статья, вероятно, заказного характера, содержит информацию, компрометирующую и КПРФ, и партию «Гражданская платформа», и самих жителей деревни Калиново.